Здравствуйте! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Ленора, и сегодня я расскажу и покажу, как связать коврик-ракушку. Что нам для этого потребуется? Шнур 3 мм, у меня вот такой вот хлопковый шнур, здесь 150 метров моточки, и таких моточков нам потребуется около 3, то есть это примерно 400-450 метров. Дальше. Потребуется плюшевая пряжа, можно любую взять. У меня вот такая вот Baby Soft Kids. Здесь 120 метров, таких моточков нужно будет 2. Дальше. Крючок для основного вязания у меня шестерочка. Вот второй крючок поменьше, для того, чтобы прятать хвостики, у меня вот 3,5. Можно двойку взять, можно тройку. Игла для сшивания, желательно с тупым концом, толстая. Ножницы, соответственно. И мы будем делать? Значит, ковер будет состоять из различных элементов. И основной элемент нам нужно будет связать вот такую колбаску. Не знаю, как ее называть. Ну, колбаска, да. Которая будет вот скручиваться вот таким образом в улиточку и сшиваться. То есть вот такая вот она получается колбаска. Затем нам нужно будет связать вот такие элементы, которые мы будем пришивать по краю нашего ковра. Вот такие вот ракушки и вот такие вот ракушки. Для того, чтобы вот здесь, когда мы будем пришивать к краю нашей ракушки, не было больших отверстий, нужны будут вот такие вот маленькие колесики, кружочки. Итак, значит, для коврика размером 75 сантиметров диаметром, то есть это вот будет полностью от края этой ракушки и до края вот следующей вот здесь ракушки, нам нужно будет связать вот такую вот колбаску длиной 11 метров. Вот таких элементов ракушек нужно будет связать 12 штучек. Вот этих ракушечек элементов 6. И вот таких кружочков тоже нужно будет связать 6 штук. Итак, мы приступаем. И начнем мы вязание вот с такой вот колбаски. Это как бы наша основная часть нашего ковра. С него мы и начнем. И начинаем мы вязание со шнура. Нам нужно набрать с вами 6 воздушных петель. Делаем петельку, вытягиваем рабочую нить, затягиваем. И эту петельку мы не считаем. И 6 воздушных набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем соединительную петлю вот сюда, вот в первую нашу петлю. Вытягиваем нить. Соединились. И дальше мы будем вязать по кругу. Делаем одну воздушную петлю подъема и делаем столбик без накида сюда же, куда мы вот присоединились в первую нашу петельку. Таким образом и провязываем столбик без накида в нее. И так по кругу мы вяжем столбиками без накида вот за вот эту перемычку, которая ближе к нам. Будем вязать столбиками без накида. Так. Вначале немножко будет сложно. Провязали последний столбик без накида.
И дальше мы будем вязать по спирали. То есть мы не будем делать соединительных петель, мы будем просто вязать по спирали столбиками без накида и будем вязать за переднюю стеночку. Вот за вот эту переднюю стенку. Вот наш столбик. Не так. А берем переднюю стенку, которая ближе к нам. Вставляем крючок и провязываем столбик без накида. И так по кругу. То есть вот наш следующий столбик. За переднюю стенку провязываем столбик без накида. Следующий точно так же. И мы продолжаем так вязать. В общем-то, это как бы основное наше вязание есть. Ничего больше добавляться не будет. Нужно будет только менять нить. То есть вяжем как бы внутри колодца, вот за переднюю вот эту перебивочку, которая ближе к нам. Вот таким образом по спирали ничего не прибавляем. Просто вяжем необходимую нам длину того или иного цвета. Определенных расчетов у меня, когда менять нить, нету. То есть это здесь уже на ваше усмотрение. Просто смотрите, что в хаотичном порядке, скажем так. Вот такая вот у нас получается с вами. Такой вот жгутик. Такая вот колбаска. Еще несколько провяжу и покажу, как я делаю смену нити. Вот я думаю, для начала этого будет достаточно. Дальше. Большой минус, конечно, в этом вязании. Нить придется постоянно обрезать. То есть обрезаем нашу ниточку и начинаем вводить плюшевую пряжу. Возможно, у вас это будет не плюшевая пряжа, просто другой цвет какой-то. На ваше осмотрение. Что я делаю? Я просто связываю эти две нити вот обычным узлом. Оставляю чуть-чуть подлиннее хвостики, чтобы они не распустились. Эти хвостики дальше спрячутся внутрь нашего колодца, как я его называю, и их не будет видно. И продолжаем вязание точно так же по спирали в каждую петельку за переднюю перемычку. Вот здесь вот эти узелки, желательно сразу их вот протянуть сюда, в колодец. Узелок и сами хвостики. Прям вытягивайте их. Сюда можно попробовать, даже вот крючком поменьше подцепляем их. Протягиваем их внутрь колодца. Вот таким образом. Вот второй еще хвостик. Все. И продолжаем вязание. Они уже там автоматически спрячутся. И продолжаем вот вязание. Также столбиком без накида по кругу. На самом деле это не сложно. Через какое-то определенное количество провязанных рядов вы поймете, что сложного здесь ничего нет. Все очень просто. Единственный момент, если вы так же, как и я, используете вторую нить плюшевую, будьте внимательны, чтобы не пропустить вот эти вот столбики. Или наоборот, не добавить лишних. Нужно даже для начала считать как-то. И вот таким вот образом
как я уже сказала, длину того или иного цвета, да, количество рядов того или иного цвета вы выбираете сами. В хаотичном это все идет в порядке. Я первое вот просто вязала по наитию. Надоедала вязать одним цветом, меняла на другой. Дальше уже показывать не буду, думаю, так все понятно. Единственное, вот что хочу сказать, что дальше, когда будете менять, также обрезаете нить, делаете узелок и переходите уже на следующий цвет. На шну, в частности, у меня. Единственное, что хотела сказать, что когда вы будете вязать, через какое-то время я рекомендую скручивать уже вот вашу вот эту вот улитку для того, чтобы видеть, где можно уже поменять нить. Чтобы не было у вас, вот у меня вначале здесь есть наложение шнур на шнур, ничего страшного вроде бы, но желательно, конечно, чтобы вот шнур чередовался с клюшевой пряжи, тогда будет более интересно смотреться, более красиво. Поэтому я скручивала, смотрела, что да, вот здесь уже достаточно, да, вязать шнуром, пора переходить на клюшевую пряжу. Переходила на клюшевую пряжу, вязала какое-то количество клюшевой пряжи и уже дальше снова переходила на шнур. Вот таким вот образом. Итак, вяжем нашу основную часть. Это как бы самая долгая часть. Ну, она, в общем-то, вяжется быстро, потому что когда вы уже руку набьете, это очень быстро вяжется вот этот вот шпагатик. Думаю, труда не составит. И еще раз напомню, нужно будет связать у нас 11 метров. Вяжем 11 метров, и после этого я покажу, как вязать остальные элементы, наши ракушки и наши кружочки. Вяжем нашу колбаску. Нам нужно будет связать вот такие элементы для декора, которые мы будем пришивать по краю нашего ковра. Значит, нам нужно будет связать вот таких вот ракушечек 6 штук и вот таких ракушечек 12 штук. И начнем мы вязать вот с такой ракушки. Приступаем. Кольцо амигуруми. Делаем кольцо. Для тех, кто не знает, вот вокруг руки обвязываем нить. Вставляем крючок. Протягиваем нить и делаем соединительный столбик. И нам нужно будет в кольцо связать 15 столбиков без накида. Все таким вот образом вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Связали 15 столбиков и затягиваем наше кольцо вот так потуже. Затянули. Вот такое вот у нас колечко получилось. И дальше мы будем вязать по спирали. Мы будем вязать по спирали за заднюю стенку нашей петли. То есть не за всю вот косичку вам хватать, а только за заднюю стенку. И следующий наш ряд это столбики с одним накидом. Делаем накид. И вот сюда за заднюю стеночку вяжем столбик с одним накидом.
И это будет наш следующий ряд. Каждую петлю за заднюю стенку столбик с одним накидом. И у нас должно получиться так же, как и в первом ряду. Только в первом ряду у нас были столбики без накида. Во втором ряду у нас будут столбики с одним накидом. 15 столбиков с одним накидом. Накид за заднюю стенку и провязываем столбик с одним накидом. И так их 15. Почему вяжем за заднюю стенку? Потому что за переднюю, потом, которая у нас остается, мы будем делать обвязку рядчим шагом. Обвязку мы будем делать уже из плюшевой пряжи. Плюшевой пряжей. Так, провязали 15 столбиков с одним накидом за заднюю стеночку. У нас передняя осталась, мы за нее будем делать обвязку. Приступаем к следующему ряду. Также вяжем по спирали, не делаем никаких соединительных. И дальше у нас будет по 2 столбика с одним накидом, потом с двумя накидами и с тремя. Сделаем один накид за заднюю стеночку. Провязываем один столбик с накидом. И в эту же петлю провязываем второй столбик с одним накидом. И так нам нужно будет провязать по 2 столбика с одним накидом в 5 петель. То есть вот первую мы провязали, теперь во вторую накид. Столбик, сюда же второй столбик. Дальше в следующую петлю также 2 столбика с одним накидом за заднюю стенку. Это у нас уже будет третий раз. Теперь четвертый раз. Четвертую петлю по 2 столбика с одним накидом. И в пятую петлю также 2 столбика с одним накидом. Не забываем, вяжем за заднюю стенку. Вот таким вот образом. Следующие 5 петель нам нужно будет провязать по 2 столбика с двумя накидами. Делаем 2 накида и провязываем столбик с двумя накидами 1. И в эту же петлю провязываем второй столбик с двумя накидами. Снова делаем 2 накида, столбик с двумя накидами, вяжем также за заднюю стеночку 2 накида и провязываем второй столбик. В третью петлю также провязываем 2 столбика с двумя накидами. Четвертую 2 столбика с двумя накидами. И в следующую, последнюю, пятую также провязываем 2 столбика с двумя накидами. Вот у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким образом. Вот формируется наша ракушечка уже. И в последние 5 столбиков нам нужно будет провязать также по 2 столбика, но уже с 3 накидами. То есть делаем 3 накида за заднюю стенку, провязываем столбик с 3 накидами. 1, 1, 2, 3 накида, 2, 2, следующую петлю столбик с 3 накидами,
И сюда же второй столбик с тремя накидами. Три накида. И в третью петлю также провязываем два столбика с тремя накидами. За заднюю стеночку вяжем. То же самое четвертую. И последняя, пятая петля, три накида, столбик с тремя накидами, один, раз, два, три, и второй. Зацепляем, хорошо подтягиваем и обрезаем нашу нить. Вот наша ракушечка готова. Теперь берем крючок поменьше и запрятываем наши хвостики. Вот так вот в разные места. У меня крючок троечка, в основном, как я уже говорила, шестерка. Вот для того, чтобы спрятать хвостики, я использую крючок меньше размером, беру троечку. То же самое мы делаем вот где кольцо у нас хвостик остался. Хорошенько подтягиваем кольцо, чтобы оно у нас не собиралось. И вот таким образом ниточку туда дальше притягиваем. Можно еще, так как это коврик, будет по нему ходить, будет часто использоваться, чтобы ничего не распустилось. Вот таким образом лишний хвостик обрезаем. Вот это тоже можно лишний обрезать, чтобы он тут не торчал и не мешался. Так, вот наша ракушечка готова. И сейчас мы будем ее обвязывать по краю, чтобы она такая получилась. Я обвязывать буду вот плюшевой пряжей. Если вы вязали вторую нить, у вас тоже плюшевая пряжа. Практически можно обвязать этим же цветом или тем вторым цветом, которым вы вязали основную часть коврика. Итак, вот в первую петельку, вот сюда, я вставляю крючок. Протягиваю нить и делаю соединение сразу вот через две. Соединились. Дальше вот этот хвостик, я его перекручиваю вот сюда. И я его буду ввязывать, чтобы он не торчал. Заводим крючок. Обвязка у нас идет, это называется рачий шаг. Вот сюда вставляем крючок. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Дальше в следующую петлю вставляем крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. При этом вот хвостик этот я провязываю вот туда вязание. Вот спрячется. Снова вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить, и вот таким образом мы идем вот в обратную сторону. Почему называется рачий шаг? Потому что вязание идет не справа налево, как обычно, а слева направо. И так по всему периметру. Вот крючок сюда вставляем,
петельку вот верхнюю, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Вот таким образом мы вяжем по спирали. Вот как шла наша ракушечка, так и вяжем. Здесь вот по верху, а дальше мы начнем вот вязать за переднюю стенку, которая у нас осталась. За счет того, что обвязка идет плюшевой пряжей, это смотрится красиво. И когда коврик будет в использовании, когда будут на него наступать, он будет такой не такой жесткий, как если бы вязать просто из шнура. Так. Вот я провязала последнюю петельку. И вот теперь я перехожу. Вот они, наши задняя стеночка осталась. Теперь я буду за нее цеплять. Можно даже так вот загнуть, чтобы удобно было. И цепляю теперь за нее. И до конца по спирали мы это все вяжем. Стирать такой коврик можно в стиральной машине на ручной стирке, но сушить его нужно будет в развернутом горизонтальном положении для того, чтобы он сохранил форму. А с изнаночной стороны я покрываю жидким латексом такой коврик, для того, чтобы он не скользил. Через несколько стирок латекс постепенно, конечно, выстирывается. Не знаю, как правильно сказать. И через какое-то время желательно повторно покрыть латексом. Потому что, как правило, такой коврик скользит и на ламинате, и на кафеле. И во избежание скольжения его желательно вот покрыть латексом. Предварительно обязательно сделать ВТО. По-другому вот отпарить. Отпариваю я утюгом с изнаночной стороны. Расправляю вот все ракушечки, все это расправляю. Отпариваю любой коврик. И после этого уже покрываю латексом. Вот здесь в конце немножко сложновато уже вязать. И можно даже взять крючок меньшим размером. Это не сыграет, не будет заметно на вязании, но будет проще вязать. Я вот взяла четверочку вместо шестерки. И вот таким образом, да, потому что тяжеловато тут, потому что затягивали кольцо потуже. Ну вот, в общем-то, и все. Так, зацепляем здесь, подтягиваем, обрезаем. Обрезаем. И вот этот вот хвостик, который у нас остался, вот этот хвостик, я его протягиваю вот сюда. Вот предыдущий ряд в обвязку. Просто вставляю крючок и вытягиваю ниточку туда. Вот таким образом. Сюда. И сюда. Все лишнее обрезаем. Наша ракушка готова. Вот такая красавица получилась.
Следующий элемент, который мы будем с вами вязать, это вот такая вот ракушечка. Таких нам нужно будет связать 6 штук. Ракушка это вяжется в технике тунисское вязание. И я рекомендую взять для его вязания вот крючок без ручки, потому что здесь нужно будет на крючок набирать петли, а крючок с ручкой будет сложновато это сделать. Но в любом случае, если у вас нет крючка без ручки, можно и на таком связать. Будет сложновато, конечно, но так как у нас элемент небольшой, можно связать будет и обычным крючком. Я вязала сложно, но можно. В идеале, конечно, если у вас есть крючок для тунисского вязания. Он отличается тем, что у него очень длинная ручка. Итак, мы приступаем. Так как у меня в арсенале появился крючок для тунисского вязания, я буду вязать им. Нам нужно будет кольцо амигуруми. Мы уже делали с вами кольцо амигуруми. Делаем кольцо. Делаем соединительную петельку. И нужно будет набрать 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали и затягиваем наше кольцо. Вот получился у нас первый ряд, такой кружочек. Делаем соединительную петлю. Вот наш первый столбик в кольце. Вставляем крючок в него. Протягиваем рабочую нить через нее, через эту петлю и через последнюю. Делаем 3 воздушные петли. И дальше нам нужно будет на крючок набрать петли. Здесь с изнаночной стороны есть вот такие вот перемычки. Мы вставляем вот крючок вот в эту перемычку и вытягиваем через нее рабочую нить. Оставляем ее на крючке. Вот здесь вот, где мы делали первую петельку воздушную, вот тоже есть такая, она не перемычка, ну как перемычка. Через нее тоже вставляем и вытягиваем петлю. И в этот же вот первый столбик мы тоже вытягиваем через него рабочую нить. И у нас получилось 1, 2, 3, 4 петли на крючке. И теперь мы будем их провязывать по 2 вместе вот таким образом. Мы снова вернулись наверх. У нас на крючке осталась вот одна петелька. Делаем одну воздушную петлю. И снова будем набирать наши петельки. Вот перемычки, вот косичка, и вот они, эти перемычки. Вот вставляем крючок, вытягиваем нить, оставляем на крючке. Вставляем крючок, вытягиваем. И вот здесь тоже вот эту косичку мы тоже вот вытягиваем. И дальше вот следующая у нас петелька в кольце. Через нее мы тоже вытягиваем рабочую нить. И теперь у нас на крючке уже 5 петелек. И их мы тоже провязываем точно таким же образом, по 2 вместе. В общем-то, ничего сложного нет в этом. Я думаю, у вас быстро это все получится. Делаем одну воздушную петлю и снова через перемычки набираем петли на крючок. Теперь их у нас должно получиться 6. Последняя всегда будет идти вот в следующую петельку нашего кольца. И снова их провязываем по 2 вместе. Одна воздушная петля. И снова набираем наши петельки на крючок. Таким вот образом.
Дальше мы их провязываем по две вместе, возвращаясь в верхушку нашего вязания. Одна воздушная петля. И все то же самое, только каждый раз у нас будет прибавляться по одной дополнительной петле на крючке. И снова их провязываем. Провязали. Одна воздушная петля. И снова набираем. И таких рядочков вот у нас должно получиться 10. Я вот еще последний покажу, чтобы дальше, я думаю, уже все понятно. Набрали. И соединили по две вместе, вернувшись к верхушке нашего вязания. Вот таким вот образом. И вот у нас получается вот такая ракушка. То есть у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь в конце закрываете и прячете хвостик. Вот такие вот ракушечки у нас должны получиться. Еще раз напомню, 6 штук должно их. И осталось нам с вами связать последний элемент. Это вот такой вот кружочек. Это самый простой, наверное, элемент из всех элементов. Значит, кольцо амигуруми делаем. И в кольцо амигуруми набираем 10 столбиков без накида. Зацепились и 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Вытягиваем ниточку чуть-чуть подлиннее, обрезаем и затягиваем наше кольцо. Затянули. Хвостик потом там с обратной стороны нужно будет спрятать. И здесь мы делаем, возьмем крючок поменьше, чтобы было удобнее. Вот за эти две перемычки нашего первого столбика, вот за эти две, вставляем крючок с изнаночной стороны. И вот этот хвостик, который остался, мы его протягиваем на изнаночную сторону. Вытянули. И теперь вот это наше последнее, да, последний столбик, вот они тоже две перемычки. И здесь еще есть вот такая маленькая перемычка. Вставляем крючок вот в эту перемычку и в раскол вот сюда выходим. Вытягиваем нашу рабочую нить снова на изнаночную сторону. И у нас получилось вот такое красивое соединение. И с изнаночной стороны колечко хорошо подтянуть. Все эти хвостики прячем. Вот такой простой элемент у нас получился. И далее я рекомендую, после того, как вы связали все вот элементы, связали нашу основную часть, вот такую колбаску, все это я предлагаю скрутить, сложить, посмотреть, все ли хорошо получается, достаточно ли у вас элементов, нет ли у вас пробелов, когда вы будете пришивать эти элементы, разложить это все, и только после этого уже начинать сшивать. И вот так выглядит наш коврик в собранном, но еще не сшитом виде.
так раскладываем, мы скручиваем нашу колбаску в такую вот улитку, раскладываем наши элементы ракушки и кружочки. И далее мы все это будем сшивать. Разложили мы с вами, посмотрели, как выглядит наш ковер еще в нешитом виде. Все у нас хорошо, все, нет никаких пробелов, достаточно у нас всех элементов для того, чтобы собрать ковер. И мы начинаем сшивать. Вот здесь хвостик, который остался у вас в начале, его вот просто притягивайте внутрь колодца, чтобы его не было видно. Притянули туда его подальше. Лишнее отрезать. И запрятали его в колодец. Вот таким образом. И дальше нам потребуется игла. Я буду сшивать шнуром. Можно взять нитку потоньше. Ну, надо иметь в виду, что это ковер, и он будет очень часто использован, то есть по нему будут ходить, и желательно все-таки либо какую-то прочную нить использовать, либо этим же шнуром, которым вы вязали. И мы начинаем сшивать. Скручиваем вот таким образом. Вставляем нашу иголочку. Вот этот хвостик я оставляю, потом я его просто прячу. Здесь я закрепляю в начале. Что-то неправильно так я сделала. Сейчас посмотрим, где я ошиблась. Да, вот так затянули. Хвостик потом можно будет спрятать. И сворачиваем иголочку и по краю, неважно где, зацепляемся и сшиваем. Прокручиваем и аккуратненько вот таким образом мы сшиваем нашу ракушку. Я думаю, ничего сложного здесь нет. Да, это займет какое-то время. Но оно того стоит, на мой взгляд. Я не буду сшивать на видео весь коврик, я думаю, это и так уже понятно. То есть, и вот таким образом скручиваем, скручиваем с изнаночной стороны, сшиваем. После того, как вы сошьете всю уже эту колбаску, вот в улитку свернете и сошьете, нам нужно будет вот пришить вот эти элементы. Точно так же с изнаночной стороны подхватываете иголочкой. Вот эти два элемента я складываю так, между ними я пришиваю вот такое колечко. Здесь это все, когда подтянется, будет вот таким образом выглядеть. И между ними, вот между двумя, ставлю вот этот элемент, вот такую ракушку. Все это пришивается. Это не обязательно, что вы должны именно так. Вы можете расположить свои элементы совсем по-другому. То есть, как вам вот захочется, как ваша фантазия вам подскажет. То есть, как бы это как пример. Вот так вот. И коврик наш, в общем-то, после того, как мы сошьем его, будет готов. Я желаю вам успехов. Я желаю вам удачи вязание такого ковра, ну и, конечно же, творческого вдохновения.